Существует два самых распространенных сценария использования инструмента зебра в камере. Первый – это правильно проэкспонировать кожу. Считается, что идеальный тон кожи достигается в диапазоне 70-75%. То есть, если вы установите значение зебра на 70%, то ее появление будет означать, что вы проэкспонировали кожу примерно в этом диапазоне. Второй сценарий использования – это проверка кадра на предмет общего пересвета. Если поставить значение зебры на 95%, то ее появление будет означать, что скоро начнется потеря информации в хайлайтах. Этот инструмент очень полезен для начинающих видеографов, задача которых в первую очередь не испортить материал. В больших проектах вроде кино правила игры могут сильно меняться.